Привет, ребят, вы на канале Hardress at Info. Перед нами телефон под названием Oppo Reno 4Z. И в этом видеоролике мы с вами на этом телефоне откроем какое-либо приложение в плавающем окне. Для этого нам нужно открыть какое-то приложение. Давайте я выберу, например, Chrome. Открываем его, чтобы просто он сохранился в памяти. Потом можем выходить или можем остаться даже. Нажимаем на три полоски, чтобы попасть в такое меню. Если у вас управление жестами, вы проводите снизу экрана до центра и задерживаете здесь палец. После этого у нас появляется вот такое вот меню, где в правом верхнем углу мы нажимаем на две точки и нажимаем мини-окно. Нажав на него, наше приложение открывается в плавающем окне. Мы можем вот так вот в угол кинуть. Упс, я не то сделал. Давайте еще раз это сделаем. Мини-окно. Открываем его, и мы можем им управлять. Здесь у нас есть такие вот разные менюшки. Мы можем его куда-то закидывать, в какую-то часть экрана, так чтобы оно не мешало. Чтобы сделать это приложение меньше, то нам нужно зажать строку. И теперь мы можем его уменьшить или открыть во весь экран. То есть, смотрите, давайте я вам с самого начала все покажу. Мы открываем приложение, нажимаем здесь, нажимаем на три точки. И здесь у нас есть приложение мини-окно или плавающее окно. Дальше, зажав это приложение, мы можем его перетащить вправо, сделав его маленьким, влево, открыв на весь экран. Или посерединке, удалив его совсем, давайте сделаем его маленьким. И параллельно с ним мы можем открыть любое другое приложение. То есть, да что ж такое-то. Мы можем открыть любое другое приложение, например, настройки, и пользоваться одновременно двумя приложениями. Спасибо за просмотр. Если у вас есть еще какие-то вопросы, тогда пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока!